Любите ли вы театр так, как люблю его я, написал когда-то в своей знаменитой статье литературный критик Виссарион Белинский. С тех пор прошло немало времени, эта фраза успела стать крылатой, однако по-прежнему среди нас немало приверженцев этого вида искусства. И актриса Брестского академического театра драмы Татьяна Василькова одна из них. Меня пригласили в библиотеку, для меня это было приятным удивлением, в первую очередь я сразу согласилась. И это моя первая встреча, такого плана, творческая встреча со зрителями. Может быть, кто-то меня уже видел, а может быть, кто-то и не видел, и не знает меня еще. Я люблю читать, я перечитала много в своей жизни. И я не знаю, как это связать, но, наверное, все-таки есть связь. Ну, в театре спектакли ставят почему? По произведениям. И чтобы прийти в театр, люди часто читают это произведение, а потом идут, смотрят и где-то сравнивают, насколько совпало видение после прочитанного. Может быть, еще больше удивились, а может быть, и разочаровались. Такое тоже может быть. Наш филиал существует недавно, 10 лет. В нем проводятся выставки, проводятся встречи с писателями, встреча с актрисой проводится впервые. Вот. Все это проводится для привлечения читателей. Татьяна Василькова, она довольно интересный человек. Она работает в двух театрах, в Брестском театре драмы и в частном театре напротив. Вот. Разносторонний человек, интересный. И поэтому мы решили пригласить ее. Но я надеюсь, что это как бы не последняя встреча. То есть в дальнейшем, я надеюсь, если мы сумеем договориться еще с актерами, либо с актрисами, то есть мы продолжим эту традицию. Несмотря на то, что встреча прошла в камерном формате, у гостей была возможность узнать о судьбе и творчестве актрисы, о том, как она избрала свой профессиональный путь и кто поддержал ее на нем, поверив в силы и талант. Сегодня актриса признается, что нисколько не жалеет о том, что однажды переступила порог театра. Теперь его судьба – это часть ее жизни. Благодаря, наверное, своей маме я смогла дойти через все трудности, поступить, отучиться, потом снова отучиться, прийти в театр. И были моменты трудные, когда казалось, что зачем оно мне? Может быть, это все-таки не мое. Может быть, ну как нормальный бы человек, ну пошла бы, на работу ходила, там приходила домой, к детям. Но потом я понимаю, что ну, театр – это моя душа, это моя жизнь. Литература и театр – это две грани великого искусства, а творческие люди всегда найдут общие темы для разговора по душам. Встреча получилась теплой, интересной и дружеской. Кстати, такой открытый диалог не последний. Организаторы планируют и другие, не менее интересные мероприятия.